Азербайджан и Аргентина находятся на разных континентах, на разных полушариях. Страны разделяют километры и Атлантический океан, но это не помешало прохождению в Баку третьего международного фестиваля аргентинского танго. В зале практически нет свободных мест, а на сцене лучшие пары мира. Москвич Максим Герасимов и Августина Пьяджо из Аргентины занимаются танго с детства. У каждого за плечами немало достижений. Они познакомились в Риме и решили танцевать вместе, и в итоге встреча стала судьбоносной. В августе Максим и Августина стали чемпионами мира по аргентинскому танго. А уже в ноябре пара приехала в Баку на третий международный танго-фестиваль. Я всегда говорю, что если люди любят танго, нужно продолжать танцевать, практиковаться, проводить свободное время в обществе тех, кто также любит этот танец. Такие международные фестивали очень важны, ведь танго – это просто волшебный танец. Я очень люблю танго. Этот танец полон живых эмоций. Я сама немного занималась танго. И к тому же очень интересно поближе познакомиться с культурой другой страны. По-моему, танго – один из самых красивых танцев в мире. Здесь свои мысли и чувства танцоры выражают с помощью движения. Я очень рада, что могу побывать на выступлениях знаменитых пар здесь, в Баку. Гала-шоу стало главным событием третьего бакинского международного танго-фестиваля. На сцене виртуозные музыканты из Аргентины и танцоры, завоевавшие всемирную известность. Аргентинское танго – это в первую очередь культура. И если кто-то хочет научиться танцевать танго, он должен узнать больше о культуре Аргентины. Когда знаменитые танцоры приезжают на фестивали, они делятся своей культурой, и это помогает больше узнать и лучше понимать танго. Танго – это социальный танец, учит нас делиться своими эмоциями, общаться. Это очень полезно в повседневной жизни. И сегодня, когда мы очень много времени проводим в социальных сетях, людям необходимо живое общение. И такие фестивали помогают именно в этом. Международный танго-фестиваль проходит в столице при поддержке посольства Аргентины. Ежегодно это концерты, мастер-классы, открытые уроки и милонга – вечера танго, где станцевать с профессионалами может любой желающий. С каждым годом число артистов и зрителей растет, и, как обещают организаторы, в следующем году любителей танго ждет еще более насыщенная программа. Лейла Курбанова, Галиб Багиров, Урфат Аликперов, CBC.